Ты не сказала, что появился Сайлос. Как и не сказал про то, что Стефан пропал, Кэтрин в городе, а тебя отчислили. Так ты солгал? Нет, я просто скрыл часть правды. Но вселенная работает против тебя. Если ты пытаешься избавиться от репутации сумасшедшей, думаю, говорить от лица вселенной не лучшая идея. Ты правда думаешь, что я бы оставил Дэмона за главного и не вернулся? Обо мне говорит, да? Вот до чего дошло. Любовные советы от Пруди Труди. Бабуля преподавала оккультизм. Да здесь камень бросишь и в ведьму попадешь. Очень смешно. Дай мне чертову кружку. Часы-то сломаны. И за что я плачу взносы? Отправлю на них жалобу. И что потом? Будем друзьями? Жду не дождусь. Так и выходит, когда работаешь с братьями Харди. Но, надеюсь, дух этого придурка не витает где-то рядом. Прояви уважение к умершему. Я уважаю, что он умер. О-о-о! Я искал круглосуточно. Операция «Бойня». Если Донован знает разницу между газопроводом и трубопроводом, да, все супер. Я о нем позабочусь. У тебя как-то не очень выходит с мужчинами. Ты пятнышко пропустил. А меня ты не тронешь. Елена... Что, Елена? Сделает больно. Бросит меня. Все уже случилось. Песенка спета. И тебе привет. Ну что? Уже съела кого? Ты здесь за этим? Это ты оставила меня следить за Джерми, когда уехала в Витмар. У меня эта встреча была записана в календаре. Видимо, это любимый вкус Елены. Я тебе язык к подбородку приколю. Места для зрителей обязательны? Эти люди начинают меня пугать. Если бы я тебя не знал, сказал бы, что это завуалированная просьба, чтобы я освободил заложников. Прости, завуалированная? Отпусти грёбаных заложников! И ты этого хочешь? Да. Нет. Не знаю. Прости. Это что за фигня? Странники взяли много нашей крови, и нам пришлось... немного поохотиться. Убиваешь белочек с Еленой на пару? Проекту Бабах требуется кто-то, чтобы вызвать взрыв, так сказать. Или ты просто можешь идти к черту. Просто интересно, ты всех своих друзей просишь убить кого-то за выпивкой, чтобы доказать преданность? Она убьет тебя. Круть. Тогда мы с ее двойниками соберем на той стороне бейсбольную команду. Но Стефан все равно держит меня на диете Дэймона. А, да, это отстой. Фух, жажда будет просто невыносимой. Но знаешь что, есть и плюсы. Ты себе фигурку не испортишь. Джерми не поступил бы так с Бонни. Мне стоит напоминать, что однажды у него была интрижка с призраком. И для полного счастья им не хватало лишь слезливой песенки на фоне. Мистик Фоллс — прекрасный город. Да уж, копья, благотворительные вечеринки и высокая смертность. Вы все принимаете дом как должное. Прости, мы гуляем, чтобы я не уснул? Но ее нет! Возможно, в учебнике Елены по психологии о подобном написано. Вы что, теперь вместе учитесь? Эй, воришка, вишенки не для тебя. Она тебе в глаз камнем зарядит. Хочешь поговорить с ней, или все еще делаешь вид, что не хочешь слышать ее голос? Хватит психоанализа, Стефан. Ну, кольцо от солнца снова на нем. Хоть на пикники идти можно. Я лежал на дороге, смотрел на звезды, общался с такими, как ты, пытаясь убедить себя, что убивать их плохо. А правильнее было бы сохранить им жизнь. О, как же я счастлив, что мне не 19, и я не тупица. Я, видимо, провалила тесты. Это вряд ли. Скорее всего, где-то сидит бедный студент, и все каникулы делает твои домашние задания. Обманывал учителя? Это так на него не похоже. Продолжайте, пожалуйста. Итак, началась война между странниками и ведьмами, она все идет, идет. Прости, я чего-то прикорнул. Я не фанат иголок. О, из Августин. Как необычно, что это ты нашла меня. Обычно мне приходится вас выслеживать. Секреты, о которых думают, что они сойдут с рук. Что ж, Мэрил Стрип, мне очень интересно, как мы сможем показать Уотергейт. Пора сделать героический причесон. Так что не факт, что сработает. А я чувствую, что мне повезет. Стефан, Стефан, Стефан. У меня грязь на кофточке, мне нужно переодеться. Ну же, ты чего, это старинный трюк, как из книжки. Простите, вы Еленин... Бывший парень. Бывший, да ведь? Если мне нельзя провожать тебя домой, тогда я точно не думаю, что тебе можно так удивлять меня в спальне. Ага, без эмоций и пока-пока человечность. Я разведу огонь. Я помогу.
И да начнется игра. Ага, вот так. Делегировал. Сразу полегчало. Кажется, мне поздно получать очки за хорошее поведение, Стефан. Звонил? Ты. Мне нужно, чтобы ты и твой приятель по Xbox мне помогли.